Нигерия достигла соглашения с исламистской группировкой Боко Харам об освобождении захваченных боевиками школьниц и о прекращении огня. Об этом сообщили новостные агентства со ссылкой на представителя нигерийских вооруженных сил. Переговоры шли 3 дня. В апреле боевики Боко Харам, чье название переводится как «Западное образование грех», похитили 276 школьниц в населенном пункте Чибок на северо-востоке Нигерии. Позже десяткам девочек удалось бежать, но около 200 до сих пор остаются в руках исламистов. Известно, что боевики уже выдали замуж многих пленниц, а не мусульманок заставили принять ислам. Жертвами террора, развязанного Боко Харам в этой африканской стране, крупнейшим региональным производителем нефти, за последние 5 лет стали более 10 тысяч человек.